Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Руфь на поле Ооза. И сказала Руфь моавитянка Наомине: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам: чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наоминью, с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находилась здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, когда захочешь пить. Иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.